Добрый день всем подписчикам моего канала. Сегодня 24 июля 2020 года. Я отправляюсь на Алтай. Это отправление от железнодорожного вокзала города Кирова. Поезд медленно трогается. Путь лежит с пересадками сначала до станции Татарская, потом от Татарской до Славгорода и от Славгорода до города Ярового. Там находится легендарное Большое Яровое озеро по своему составу, которое ничем не уступает Израильскому Мертвому морю. Погода стоит в Кирове чудесная. Небо синее, легкие перистые облака едва-едва пробиваются сквозь небо. Поезд набирает скорость. Оставайтесь на моем канале и не пропустите самые интересные. До скорой встречи!